В этом году Центру культуры Атамура, который вносит неоценимый вклад в развитие Кибастузского региона, исполняется 30 лет. Популяризация национального искусства, чтение обычаев и традиций, привитие у молодежи чувства патриотизма и многое другое гармонично, при этом в ногу со временем, получается демонстрировать сегодняшним специалистам Центра культуры Атамура. Само название говорит за себя. Атамура в переводе означает «наследие предков». Культура, музыка, искусство, мода и традиция – все это сегодня неотъемлемая часть воспитания поколения. Основал Национальный центр культуры Атамура Тусупхан Касымжанов. В то время особое внимание было уделено исчезновению национальных ценностей, поэтому открылся Центр культуры Атамура. Первым директором он стал сам. Как-то он пришел с большой стопкой бумаг. «Женес, переведи вот это, сделай то-то-то». Я говорю: «Ага, нет времени, у меня комиссия». На что он мне: «Я не дом себе строю, такой центр, как Атамура, нам всем нужен». Тусупхан Касымжанов, не покладая рук, работал над репутацией центра. В те годы он возродил айтыс среди населения, а также на его счету множество конкурсов, таких как «Бала Султана», «Жигит Султана» среди детей и подростков, «Конкурс невест» среди девушек и многие другие. Когда открылся первый казахский культурный центр Атамура, дядя Тусупхан пригласил нас на работу. «Вы знаете казахские традиции, говорите на казахском языке чисто». Потом я и режиссер театра Хамзина Кауа Еркеновна пришли к нему на работу. Она заведующая методическим кабинетом, а я работала методистом. Путь, проложенный Тусупханом Касымжановичем, затем продолжили Сансызбай Культуманов, Жирсун Батенович, Жаслек Калиев, Акнурлан Беласарова, Жанна Карманова, Александр Верещак. С 2010 года национальным центром руководит Нурсулу Тулеубаева. Сейчас в Центре культуры находится 16 сельских клубов, где трудится 53 творческих коллективов. Наша основная работа, конечно, культурная деятельность. Тесно работаем с сельскими округами. Много кружков, которые работают по разным направлениям с сельскими детьми. За 30 лет фасад здания центра Атамура изменился. В 2017 году произведен полный ремонт фасада национального центра. В 2020 году был проведен капитальный ремонт внутренней части. Сейчас Атамура стала одним из самых красивых архитектурных объектов нашего города. По итогам прошлого года национальный центр Атамура получил звание лучшего дома культуры области.